Всем привет! Здесь группа Billy's Bands, и мы сегодня на планете Ру находимся по не совсем обычному поводу. Да. Дело в том, что наш хороший знакомый, практически сосед, этой осенью открывает очень интересное заведение. Начнем с того, что этот самый знакомый – это легендарная личность, основатель традиций русского рок-клуба и один из основателей группы Rolling Stones, хотел сказать, Аукцион. Одним словом, Олег Гаркуша открывает арт-центр «Гаркундель», и нужно ему в этом помочь. Каждый из нас это делает, ну, в силу своих возможностей. Мы с ребятами уже помогли, а теперь предлагаем и вам подключиться к хорошему делу. Кому, как не Олегу Гаркуше, до тонкости известно дело того, как правильно организовать творческий арт-центр. Олегу выделено помещение, но помещение находится в очень плачевном состоянии. Нужно его отремонтировать. И если мы, как народ, хотим туда ходить, то это будет настоящее народное место, если мы действительно поможем, это сделать. Олег Гаркуша – человек известный, заслуженный в определенном смысле. И я думаю, что кому, как не ему, возглавить такое великое дело, как возрождение традиций петербургского рок-клуба, читай всей страны. У него, между прочим, весь пиджак в наградах. Мы скажем «Гар!», вы говорите «Крундель!». Billy's Band шутить не будет. Об этом весь город знает. Yeah.